Прямо про это будем говорить с нашей Нелли Зариповой, литагентом, который нам помогает издавать вот эти книги в АСТ. Нет, тут самое главное, заставь стресс работать на тебя. Это самое главное. Вот мы сейчас подписали, да? Да, вот мы сегодня встретились в очередной раз и отчитываемся перед аудиторией о том, что за два последних проведенных конкурса, один от ноября 5-го, по-моему, у нас победитель был Оксана Бабак, и второй, который был буквально на днях, где у нас победитель Мельникова Елена Александровна. Да. Вот мы подписали как раз. И Любовь Абакумовой, нашей почетному участнику школы, человек будущего Homo Futurus, и Александру Цивилю, естественно. Кстати, их приемы есть, и тексты их есть в книге, и в новой книге, которая... Когда же выйдет новая сейчас? Не знаю, когда выйдет новая. Но выйдет уже вот скоро. Ну, в январе. Ну, эта книга вот в феврале, 15 февраля будет только год. Год будет. Всего она, лишь будет год, а она уже получила бестселлер, да, это уже бестселлер, извините. И тут школа наша, и наш этот самый Homo Futurus, летающий человечек, видите, звезды над нами, и космос внутри нас. И участники нашей школы там писали, у них есть свои приемы. Да, развивается школа Homo Futurus, человек будущего, потому что это окно в будущее, потому что там как раз мы учим работать с неопределенностью. Да, это удивительная школа, конечно. Я не потому, что я люблю себя похвалить, ты сама понимаешь. Это достойно. Человек эпоха, человек история, книга бестселлер, и уже книга-то 20 какая-то, которая выйдет, тоже будет бестселлером. Поэтому эту книгу очень почетно иметь. Нелечка, вот немножко туда прямо смотри. Да, конечно, такая красивая. Как можно прятать лицо, конечно. А вот за тобой картина, которую я сейчас написываю. Да, это как раз картина, да. Да, но Нелли говорит, надо здесь прям немножко поток от нее идет. Цвет немножко надо, говорит, сделать. А глаза понравились тебе, да? Да, смотрите. А смотри, какие у тебя глаза. О, какие у тебя глаза. Ну, отличные глаза у нашей Нелли. А Мишка, сын ее, композитор, нет, дирижер симфонический, потрясающий. Он в прошлый раз нам помогал их без проводить. Да. Есть предложение. Да. Может быть, мы попросим тех, кто уже давно у нас выиграл книгу и ее получил, поделиться своими впечатлениями? Ну, пусть поделятся. Для того, чтобы другие люди, рассказали... Ну, конечно, литагент, конечно, только книгу, чтобы... Ну, это правильно. Ну, почему книгу-то? И метод... Легендарный метод ключ вместе с книгой и со всей информацией. Это же для людей. Вот, находчивый человек. А люди, которые получили книгу, наверняка испытали какие-то приятные эмоции, получить бандероль. Мне пишут, там пишут и ВКонтакте, и в Фейсбуке пишут. И большее количество будет принимать участие в розыгрыше, больше будут писать комментарии. Это Нелли придумала. А в комментариях будут делиться своим опытом. Нелли придумала, мы это на Ютубе там. И ликбезы бесплатные проводим, и все подписывайтесь на наш канал YouTube. Я тоже там пользуюсь моментом, чтобы продвигать канал. Ну, правильно. Потому что школа наша уникальная. И кто там уже подписан, он получает бесплатные ликбезы. Выходит в Zoom туда, задает вопросы, получает развернутые ответы. И на вебинары приходят. Да, конечно, конечно. И каждую неделю какие-то новые приемы появляются. Да, новые приемы. И самое главное, там подбирать надо под себя прием. Почему этот метод лучший в мире? Очень просто. Не подходит один прием, вы подбираете другой. И знаете, как это сделать. И там принципы, правила новые научные. Да, а все другие методы в мире какие? Повторяй, пока не получится. Это старый вариант. А попал в неопределенность, и шаблон не работает. Там неизвестно, надо как раз мышление иметь. Креативное, творческое, чтобы тут же сообразить, как надо себя вести, какое решение принять. Ну, я здесь тоже сказал, для чего школа-то наша. Да, а секрет еще один откроем? Ну, давай. Следующую книгу, которую все ждут, уже знают, там, где наши участники. Да. А еще одна у нас книга на подходе, которая вот уже вот-вот собираем материал. Скажи. Про зрение, про восстановление зрения. Это мы пишем вместе. Да, Сакинат Магомедов. Сакинат Магомедов. Профессор, которая защитила докторскую диссертацию на основе метода ключ. Но не только на основе метода ключ. Ну, там, все равно. Там метод ключ есть. Да, это моя ученица и моя ближайшая
соратница по науке, конечно, профессор, да. И книга будет адаптирована для широкого круга читателей. Прочитаешь и сразу поймешь, надо тебе операцию делать или нет, да? Да. Ну, вот это тоже скоро будет. Но мы об этом обо всем скажем. Итак, друзья, книгу получите, кто выиграл по конкурсу, поэтому в следующий раз, когда мы проводим бесплатный ликбез, мы же проводим там и час, и полтора, и даем новые приемы, помогаем людям подобрать себе лично свой прием, и сам подбор приемов развивает личность. Это знаете, что очень интересно? Очень интересно, вот многие задают вопрос, а как развивать личность? Да вот, принцип подбора путем перебора этих приемов по критерию максимального индивидуального соответствия, то есть максимальной простоты и комфортности, сам процесс подбора развивает личность. Вот же в чем дело. Этого нигде нету, ни в каком методе мира. Поэтому называется ключ. Подбери ключ себе. Новичка, улыбнись. Финальная улыбка. Да, друзья. До встречи. Всего доброго. Спасибо тебе, Нелли. Да мне за что. Нет, ты большую работу делаешь. Спасибо тебе. И Мише, и твоей дочке, которая оперная певица. Вчера, было совершеннолетие, 18 лет исполнилось. Поздравляем, спасибо. Да. Спасибо. До встречи.